В общем, мало ли, вдруг кто-то еще не знает, как это сделать. Поэтому нужно будет показать. Заходим в настройки, выбираем о телефоне. И здесь у нас есть версия MIUI. Тапаем на нее несколько раз. Один шаг остался. Все, мы стали разработчиком. Теперь заходим сюда. Расширенные настройки. Режим разработчика. Для разработчиков. И выбираем отладку по USB. Для установки APK файлов без всяких проблем. Принять. Все. Второе, что можно сделать, это зайти опять же сюда. И это только работает на Xiaomi. Несколько раз тапнуть сюда. И включатся дополнительные функции здесь, где можно будет выбрать список изменений, настройки. И вот здесь самое интересное, это раннее обновление получать. Вот как бы и все. Никакого особого хитрого способа нет. Тапнуть нужно вот сюда несколько раз, для того, чтобы вот это вот меню включилось. Вот и все.